Твери продолжаются рейды, направленные на выявление нарушителей масочного режима. С начала проведения профилактических мероприятий более 300 жителей Твери уже оштрафованы за то, что находились без маски в общественном транспорте. Причем 40 из них повторно. О том, как дорого может обойтись игнорирование простейших санитарно-эпидемиологических требований, в материале нашей съемочной группы. Здравствуйте. Я участковый центрального отдела полиции. Овчкунов, моя фамилия. Вот, вы находились в общественном транспорте без маски. Протокольчик составим. Составление протокола, передача дела в суд, вынесение вердикта. Такова цепочка действий в отношении тех, кто еще не запомнил, что надевать маску в общественном транспорте не рекомендация, а обязательное требование. Наказание не заставит себя долго ждать, какие бы оправдания не использовал нарушитель. Да я думал, что забыл. Просто такой сел, думаю, нету маски, черт, забыл. А сейчас это самое, начал копаться, нашел. Но такая забывчивость сегодня может дорого стоить. По информации представителей транспорта Верхневолжья, если за первое нарушение придется заплатить штраф в 1000 рублей, то за повторную езду без защитной маски наказание предусматривает уже штраф от 15 тысяч рублей. С начала рейдов уже оштрафовано 320 человек, а 40 человек повторно. Вместе с тем, как отмечают в транспорте Верхневолжья, в последние недели отмечается устойчивое снижение числа тех, кто игнорирует требования о ношении защитных масок в автобусах. Если еще месяц назад таковых граждан насчитывалось порядка 20% от общего числа пассажиров, то сейчас не более 12%, констатируют в компании-перевозчики.